Предлагаю вашему вниманию желтоплодные томатики. Томат Дина. Куст детерминантный. Где-то сантиметров 70 высотой. Сажала в 2020 году. Так как томаты сгорели, он у меня еле как выжил. Вырос в один стебель. На нем было, конечно же, очень мало помидорок. Помидорки были мелкие. Но и по описанию они 40-50 грамм. Ну, как бы коктейльного типа. Посажу, потому что нужно использовать семена. Но и хочу все-таки дать ему второй шанс, потому что отзывы об этом томате неплохие. Посажу, посмотрю, что из него вырастет. Так, томат Хурма от фирмы Элита. Сажала 2 года подряд. Томат очень красивый, ярко-оранжевый, матовый, плоско-округлый. Не такой вот, как на картинке, он поплоще немножко. Но с кислинкой. Но тоже надо использовать семена. И хочу сформировать его правильно, хотя бы в 2 стебля. Потому что я в этом году и в том году, вернее, в 21 и в 20 годах формировала его в 1 стебель. Помидоры так интересно. Ствол толстый, ветки короткие. Они прям как облепленные, как облепляют ствол. Куст невысокий. Вырос у меня где-то до 1 метра. Но вот у других людей в обзорах смотрела, там высокие кусты хурмы. Редко у кого попадали, что низенькие. И чуть-чуть форма как бы кругловатая. Вот у меня плоско-округлые получились. Ну, в этом году посажу от фирмы «Элита». А на следующий год хочу попробовать от сибирского сада, если куплю. А может быть, и в этом году уже куплю. Ну, посмотрим, видно будет. Так, томат «Слонопотам». Фирма, по-моему, «Ваше плодородие», что ли, называется. Сажала в 2020 году. Куст был неформированный, несколько стеблей рос. Помидоры были мелковатые, но, наверное, грамм по 100. Но вот такие вот сердечные. И они были таким оранжевым цветом, ближе-то даже как бы красно-оранжевые. Ну, неплохие помидорки. На срезе даже помню, что были тоже такие немножко маслянистые. В 2021 году я его не сажала, а в этом году вот посажу. Тут вот написано аж до 500 грамм. Ну, не знаю, какие вырастут. Алтайский оранжевый, сибирская серия. Очень мне понравился. Плоды, конечно, не были до 500 грамм. Были граммов по 250. В кисти было по 2-3 плода. Завязал все кисти. В жару он немножко остановился завязывать плоды. Но немножко стало прохладно. И он начал дальше завязывать плоды, наливать плоды. Плоды вкусные, сладковатые, на разрезе такие маслянистые. Плоды очень красивые, ярко-ярко-оранжевые. Но некоторые у плодоножки немножко начали трескаться. Ну, такие как бы не сильно глубокие трещинки, ну, немножко заметные. Вот тоже буду сажать. Очень хороший томатик. Высокорослый, мощный куст. Ну, всем известный черри Золотояр. В нескольких обзорах уже я его показывала. Тоже вот его буду сажать. На засолочку самое то, на какие-то на зимние салатики, потому что помидорчик плотненький и красивый тоже такой. Хорошо завязывает плоды до самого верха. Урожайный. Черри Кирина. Тоже по типу Золотояра, только плодики должны быть поменьше, по крайней мере в описании. Томат оранжевый слон. Детерминантный, крупноплодный. Тоже не сажала, буду сажать в этом году. Посмотрим, что вырастет. Томат «Золотая королева». У кого-то в обзоре видела я этот куст. У меня в описании где-то метр, по-моему, метр 20. Не помню точно. А у кого-то в обзоре видела вот эти томаты очень высокие. И форма плодов немножко другая. Ну, посмотрим, что вырастет. Так-то обещают тоже, что крупноплодные томатики должны быть. Бычье сердце английское. Как люблю я вот такие томатики. Сердцевидные, оранжевые, мясистые. Вес до 600 грамм. Но вырастет даже если 300 грамм, это будет очень хорошо. Я даже представляю, висят на кустах вот такие вот сердца оранжевые, красивые. Вообще красота. Красота и вкуснота. Томатик «Веселая соседка». Не сажала, буду сажать первый раз.
красивый, гофрированный. Но тоже смущает то, что в двух обзорах я видела, что именно вот этот томат от фирмы Гавриш, он идет пересортом, вырастают тоже желтоплодные томаты, но не такие гофрированные. Ну, если не вырастет гофрированный томат, если, может, какой-то будет другой, но желтоплодный, конечно, возьму семена и буду искать какие-нибудь такие томаты похожие. Ну, вот нравятся мне такие гофрированные. Томат, дынюшка, дыневый мед. Вот такой красивый биколорчик. Томат индетерминантный, крупноплодный. Масса до 500 грамм. Тоже красивенький он какой. Сердцевидный, оранжево-розовый. Интересно, какой он на срезе будет. Ну вот уже посадим. Посмотрим, что вырастет. Соберу свои семена. Вот такой прям красивый, как солнце на закате или на восходе. Красивенький томатик. Еще у меня есть, мне прислала Анна с канала Огород 365. Томатик летний абрикос, тоже желтенький, от 150 грамм. Так, потом томатик лиский нос. И томатик двухцветный ананас, тоже биколорчик. Вот прям не терпится посмотреть, какие они у меня вырастут. У Анны-то они вообще шикарные томаты все растут. Все красивые, причем и полосатые, и коричневые, и оранжевые, и розовые. Прям огромное количество плодов на кустах. Можете зайти, посмотреть или в интернете набрать название этих томатиков. Ну, очень шикарные томатики. А так, пока до посадок еще далеко, будем любоваться на наши картинки-фантики. Вообще красивенные. Оранжевые, солнечные, такие летние томаты. Заходишь в теплицу и, конечно, в глаза сразу бросаются вот оранжевые томаты почему-то, они красные. Что-то еще где-то у меня пакетик с собранными семенами из магазинных томатов затерялся. Что-то сейчас пока, видимо, туда-сюда перекидывала. И потеряла. И куда-то он у меня ушуршал, мой пакетик. Ну, там просто белый пакетик, самоклеенный такой. А томатики желтые, сливки, тоже вкусненькие. Можно и в салатики, и в засолку. Вот столько сортов у меня. Ну, и гибридик, конечно. Желтых, оранжевых томатов. Всем пока-пока.